друзья, война продолжается, жизнь тоже продолжается. Мы набираемся опыта, набираемся дополнительных сил выживания. Мой дом превращается в новый ковчег. Я сам становлюсь дедушкой Мазаем. В каждой комнате, в каждом закоулке кто-то живет, в бассейне живут марабу, черепахи. Каждый под кроватью, на кровати, я сплю с обезьянами, у меня в ногах стоят 4 ящика вместе с домашними животными. Выживаем как можем. Главное сберечь жизни, мы прорываемся к экопарку и потихоньку туда забираем животных. Экопарк, к сожалению, находится на линии огня, он находится прямо на, так скажем, на передовой. И все тяжелее с этим работать. Я хочу выразить огромную благодарность людям, которые нас слышат, которые нам помогают. Ну и не убираем работу с харьковчанами, с Сокровым, и с людьми, которые находятся сегодня в стадии не дома и не уехали, в стадии такой промежуточной, самой страшной стадии. Мы постараемся сделать все, что можем. И вас тоже призываю, помогайте ближнему. Бог нам поможет, у нас все, абсолютно все получится. Слава Украине!